Итак, ребят, всем привет. Сегодня мы продолжаем проходить испытания в нашей любимой игрушке MudRunner, да? И на очереди... На очереди у меня почему-то отваливается стойка на микрофон. Вот у нас что на очереди. В общем, все мелочи жизни, ладно. Ночные приключения. Ночные приключения. Найдите в болоте фургон-бутовку и доставьте обратно в лагерь. Дополнительное задание. Завершите испытание ночью. До 6 утра доберитесь до всех точек разведки, найдите светящие цветы. Охереть. Я смотрю это задание надолго. Ну что ж, поехали. Начать испытание. Окейно. Окейно. Ну, добро пожаловать, мы только что все это прочитали. Все уяснили. Так, погодите. Вот. Куда-то все время убегает. Так, хрен. Так, не так. Ладно. Вводите. А, найдите, войдите. Войдем сейчас. Поехали, уходите. До 6 утра. В общем, точки разведать до 6. А где время? А, вон время, точно. Блин, опять я вебку неправильно поместил. Да что ж такое? Ночное приключение, реально ночное приключение. Благо у меня ночи еще такие. Питер. Да-да, мы все такие. Проверяю новую функцию в этом в ОБСке нашел. Не знаю, с какой она версии сюда прилетела. Ну, в общем, есть такая функция, как реплей. Ну, то есть буфер повтора. Программируется на определенное время. Ну, сколько тебе надо, допустим, там от какой-то момент у тебя в игре произошел, да? И вот эта функция, ну, по горячей клавише флоп, нажал ее. Она записывает предыдущие 3 минуты уже тебе на диск там цель. Ну куда выберешь. Записывает. Ну, то есть моментики можно снимать. Ну вот я сегодня на GTA-шке буду пробовать. Ну, я думаю. На MudRunner смысла пробовать-то нету. Ну, как бы вывозить все нормально, процессор, а вот как себя в GTA-шке поведет эти две функции. Ну, то есть это как бы нагрузка по-любому будет увеличена. А вот насколько, вот это надо сегодня будет проверить. Сегодня все вечером на GTA-шку приходите. Ага, приходите вечером на GTA-шку. Это ролик будет завтра. Приходите на GTA-шку. Ну, приходите, посмотрите, что было. Что было, что получилось, что произошло. Все такие в панике, да? Какая GTA-шка? Почему GTA-шка? Напиши, если подумал так, в комментариях. Байт на комментарии. Пишите больше комментариев. Можете нахер послать даже комментарии. Комментарии выводят. Не как лайки выводят вверх. По списку, по поисковику. По рекомендации, как эти. Как комментарии все это дело выводит. Обратите внимание на тех видосах, у кого больше комментариев, тем выше в списке рекомендованных. И неважно там. Ну и лайки, конечно, само собой тоже свою. Куда мне его привезти надо? Достать гаражный участок место, помеченное на карте. Ага. Тому так сейчас. Ну, да мы до 6 успеем. Вот. Что еще рассказать? Купил сок сегодня. Мультифрукт. Такая кислятина.
Пошел фикс прайс или вот это. Ну так, по мелочи. По-домашнему. И сок, смотрю, дешевый стоит. Коробка двухлитровая, причем коробка 56 рублей. Думаю, ну надо взять, черт. На вечер как раз. Так как кислятина, ее этот сок надо запивать еще простой водой. Может, его правда разбавить его кипятком. Будет не 2 литра, будет 4 литра. А че? Ну, конечно, 4, это ладно. Допустим, литр добавить как раз такой кислый. Песочку еще добавить. Будет не это, не сок, а компот. Дрожжи туда еще на это, ни херачи будет это. Брага. Опять алкоголь. Да что такое? Надо в деревню ехать. Как он урчит. Ночное рандеву. Как я сейчас тут залипну, чувствую. А интересно, меня этот вагончик вообще зачтется, как вагончик я привез. Он заменен. Хотя... У меня тут все заменено, как бы все учитывается. Сколько уже прошли на 3 звезды. Да, да. Просил, вот видел. Я что обратил внимание, может кто-нибудь, ребята, в комментариях, кстати, подскажут. Я искал информацию. В общем, смотрите, такая беда. Запускаю Яндекс браузер. Ну, как бы запущен, все, процессы, там, диспетчер задач, все, идут, все нормально, без проблем. Закрываю Яндекс браузер, процессы остаются все равно. Из-за этого я смотрю игра. Вот я сейчас вот компьютер включил, я в Яндекс не заходил. Ни в браузер, ни в Google Chrome, там и тому подобное. Я еще не... Бля, про цветы забыл. Гребаные цветы. Ну, есть еще повод поговорить, да? Вот. О чем я? Так мне сейчас не обязательно, наверное, это выполнить. Потому что я сразу за этим прицепом поеду. Что, попробуем обмануть систему. В общем, процессы это остаются в диспетчере задач. И никак не исчезают. Пока их вручную не закроешь. Может кто-нибудь знает такую информацию, чтобы... При закрытии программы все процессоры, процессы этой программы тоже как бы закрывались. У меня реально процесс Яндекс браузером меня жрет прям очень много, вот очень много. Я не знаю, у меня с самого рождения этого компьютера была такая беда. Расширение, дополнение, да, там прилично. Эти шопсы всякие, VidIQ. Защитники, что-то там еще антиблокировщик, там был рекламы, ну всяко, короче, может из-за этого жрут. И вот эти процессоры, наверное, как раз таки не закрываются, как я понимаю. Где мне цветы найти? Вот. Кстати говоря. Жалко, тут одна машина. Вот буду благодарен, кто подскажет, кто расскажет, где она.
Посмотрю по интернету, погуглю, погуглю. Но нет ничего, информации такой. Выводит на подсказку, как закрыть автономный, типа. То я говорю, не знаю, как из вас закрыть. Тебе что-то это? Может просто их это? Позвать? Оку, три точки. Видно, не отвлекаются. Ку-ку, прям. Причем ку-ку. Хорошо, не кис-кис. Кис-кис, ку-ку. Да ё-моё. А чё, мне по-другому никак не подцепить, хочу сказать? Именно вот так вот надо подцеплять. Чё-то это меня задержит, это дело. Извините, грузовик. Ну, как-то понятно. Поехали, грузовик. Пять точек искать. Чтобы их. Ого, приехали. Вебка все равно макушку режет. Ведь это каждый раз, вот когда это. Забираешь эту вебку, она бы как бы крепилась, она же не вебка у меня. Это же экшн-камера. Каждый раз приходится потом поднастраивать. Манипулировать ей. Там тоже, как и весь мой компьютер, колхоз на колхозе. Цветочки. Ау. А сейчас нам найдут в таком месте, где ты их не ожидаешь увидеть. День тут там, где надо прицеп этот сбросить. Каком-то палисаднике. Чё мне то? Тем временем. Уже скоро утро. Можно время вообще остановить? Возможностей-то полно. Четырить-то. Да он не едет, чё-то. Ты серьезно? Да и что сломает? Ну да. Цветочки. Слушай, я 2 метра ползу 20 игровых минут. Что я тут успею? Прокатиться не, бля, с тем вагоном, дефолтным вагоном. Я вот почему терпеть не могу с дефолтным вагоном. Кто, блядь, придумал на железнодорожных колесах, блядь, вагон таскать там по грязи, а? Какой дебил это придумал? В общем, сюда ехать. 100% там эти цветочки.
Да ну иди ты в жопу, в общем. Не хочу я ковыряться с тобой, возиться. Напишите в комментариях, правильно я сделал или нет. О. Я считаю, что я правильно сделал. Еще бы, если я это сделал. Вот теперь я спокоен. Теперь можно цветочки гребаные искать. Как Симон скажет, я пользуюсь возможностями игры. Я все на него теперь буду сваливать. Я надеюсь, он ролики не смотрит. Цветы, цветы. Таких хрен его знает, где они. Вот на самом деле. Да я сейчас заеду. Я могу заехать. Дифференциалом ему вырубаю все, он не едет. Ну что, ну как? Да и мне сейчас и до этих 2 часов не хватит. Цветочки, просто это раздавить. Неправильное направление. Где ты нахер? А, в общем. Читерить так вот, читерить по полной. По полной. Их и нету. Единственный вариант то, что она у меня не светящаяся. Я помню, меня дико бесили еще на 0.3.16 вот эта херобора. Не прописывал, я уж не помню, когда я чем-то тут занимался, сколько лет уже этой игре. Файлы все равно свои закидываешь. Я что-то заблудился в итоге. Может, оно мне просто не светит. Просто не нужны никому. Ну, в общем, я трусы, блядь, найти не могу. Трусы-то я нашел. Я цветы найти не могу в итоге. Я не знаю, где они. Не достанется сегодня нашей женушке.
Никаких цветов, обойдется. Наказано. Наверное, на меня не светится. Да, пофиг. Ну да. Завершено, найдите еще цветы. 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 Или она ну, так на свободной камере не проявит? Вы должны. Она же светящая. Моргающий. Это говоря динамически. Там не то, что подъезжаешь к ним, не подъезжаешь, они все равно где-то вдалеке. Должны мельцать. В общем, погоди. Че не-не-не? Не алло. Так и должно алло быть. Включить инструмент разработчик. Ах вы. Боки. Не даете мне сделать еще одну гадость. Я так ни хера не вижу. Все равно. Ладно, в общем, нахер эти цветы. Я так ролик и назову. Не нашел цветы или что-нибудь такой метод придумал. Чтобы они обосрались эти цветы. Я луну зато вижу, пойду на луну слетаю. Все, да, оперлись. Ладно, в общем, я дичью начал уже заниматься. Ладно, ребят, на этом у меня все, но ролик и так длинный получается. А это у меня все, цветы мы не нашли в итоге. Ну и хер с ними. Потом найдутся. Может, кто подскажет в комментариях, где находится на самом деле цвет. Ну не светится, значит, он у меня, значит, оно выключено у меня. Включать из-за того, чтобы мне в испытание пройти, да, ну на. Искать еще этот файлик. Найти, в принципе, недолго, но... В итоге. Ладно. Прощаться не буду. Говорю до свидания. Увидимся в скором времени на следующих роликах, либо на стримах. Пока. Пока.